Владимир Валерьевич, вопрос про камыш. Почему его не косят ни в центре, ни на окраинах города? В частности, жалуются люди, которые проживают на улице Оборонной. Они жалуются, что так как его не косят, он очень часто летом горит. Если говорить о выполнении работ по благоустройству территории, то мы прекрасно понимаем, что камыш растет, как правило, в местах либо рядом с водоемами, либо это заболотистая местность, либо это, как у нас на улице Обороны, местность со сложным рельефом. Зайти туда техникой порой физически просто невозможно. Вручную косить, ну, мы прекрасно понимаем, это не трава, и с камышом люди ни с триммерами, ни с газонокосилками не справятся. Камыш обычно косится для этого, если профессионально это делается, как это было при подготовке к чемпионату мира на левом берегу. Для этого есть специальное оборудование, которое стоит многие десятки миллионов рублей, и эти работы можно считать такими качественными и эффективными. Ну, конечно, у города нет ни возможности на это, ни финансовой, ни физической, поскольку, как я сказал, та же улица Оборонная, если мы конкретно говорим об этом пожаре. Там овраг сильный, перекос по высотам, и зайти туда техникой в принципе невозможно. Я был на объекте, когда был пожар, я видел это своими глазами, и, собственно, там решений каких-то универсальных на этот счет быть не может. То, что касается территории центральной части города, ну, мы с вами знаем, что у нас появится в ближайшее время набережная, которая, собственно, эти вопросы во многом решит, поскольку она будет вдоль реки Азовки проходить между мостами. И вся та часть, которая сегодня, по сути, является стыкующей между частными домовладениями и кромкой берега реки, вот там, где растет обильно камыш, вот она у нас будет благоустраиваться, камыш этот будет выводиться, то есть это будет сделано уже централизованно, масштабно, профессионально и качественно. Тогда вот проблема во многом, наверное, это решится. Многие азовчане считают, что здание типографии выбивается из архитектурного образа Петровского бульвара. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рычаги воздействия на собственника этого здания, который никак его не приведет в порядок, хотя уже неоднократно обещал? Ну, таких рычагов, чтобы человека понудить, обязательно заставить выполнить работы, которые бы нам хотелось, таких рычагов у города нет, потому что это объект частной собственности, и здесь определяет его судьбу только собственник, в данном случае это физическое лицо. Но мы помним по объяснению собственника, что у него в планах благоустройства фасада здания было, и он начал его выполнять, но в силу там, экономических условий сегодня эти работы приостановлены. Мы тоже с пониманием к этому относимся, и поэтому сегодня мы не только к этому собственнику, но в принципе ко всем хозяйствующим субъектам города применяем в основном меры, связанные с предупреждением, без какой-то санкции, административных штрафов и так далее, потому что понимаем, в каких условиях бизнес находится. Здесь тоже нужно соблюдать баланс интересов и общества, и бизнеса. Многих волнует вопрос о том, как будут дети добираться в новую школу, которая строится в районе Красногоровки. Ведь там проходит объездная дорога. Как ребята будут ее переходить? Мы сегодня с правительством в этой части отрабатываем возможные решения. Сегодня пока окончательное решение еще не принято. Возможно, это будет надземный переход, возможно, это будет светофорное регулирование с кнопочным нажатием, как это сделано по требованию, как это сделано на Кагальницком шоссе. На мой взгляд, наверное, это где-то может быть даже более эффективное решение, потому что дорога не широкая, как я сказал, две полосы, и вряд ли дети будут использовать надземный переход для того, чтобы перейти там через 7 метров проезжей части. Скорее всего, особенно то, что касается детворы, да, дети, мы сами знаем, были детьми, бегают, не соблюдая все эти требования и правила, и поэтому этот надземный переход, по большому счету, работать эффективно не будет. А вот светофорное регулирование, на мой взгляд, это более эффективное решение, и менее затратное, и более, так сказать, экономически решимое в плане затрат на само обустройство. Потому что ну, по требованию нажимается кнопка, транспорт останавливается, ребенок и там, родители переходят через проезжую часть. Говорят, что отменили первый автобусный маршрут. Скажите, пожалуйста, как будет дальше скорректирована работа автотранспорта, чтобы люди из этого района города могли добираться ну, в другие районы? Там скорректирован график движения общественного транспорта, поскольку по проверки отделом нашим транспорта по заявлению транспортных перевозчиков. Перевозка в день составляла, вот чтобы сейчас точно вас не обмануть, менее
50 или 60 человек, то есть он абсолютно оказывается на сегодняшний день невостребованным, этот маршрут. Экономически он не обоснован для перевозчика, убыточен. И поэтому там скорректировано движение. Мы сегодня стараемся с теми маршрутами, которые существуют, без первого маршрута, исключая первый маршрут, отрегулировать вопрос заезда общественного транспорта на некоторые территории, которые раньше обслуживались первым маршрутом. То есть мы на себя, ну, скажем там, условно эту задачу взяли, с перевозчиками отрабатываем, но по первому маршруту вполне возможно, что он окончательно уйдет, потому что перевозчик сегодня отказывается от исполнения обязательств этой части. Ну, у него, честно говоря, такие возможности в силу закона есть, поскольку этот убыточен получается для него, ну, не востребован просто маршрут.